Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня у нас необычная ручка. Вернее, как она обычная, но досталась она мне совершенно не с Алиэкспресса. Это был подарок. Поэтому, как говорится, рассмотрим этот подарок. Он очень мне получился дорог, но тем не менее хотел бы его вам показать. Вот в такой вот упаковочке пришла ручка. Угадаем, не угадаем. Конечно же, Паркер. Вот такая вот коробочка. Красивая. Открываем и видим такую ручку. Достаем. Коробочку в сторону. Итак, ручка Паркер. Это ручка из серии Паркер Урбан. И называется полное ее название Паркер Урбан Премиум Pearl Metal. Если я правильно произношу. Такой у нее дизайн. Очень интересная гравировочка на ней. Сама по себе она тоже очень интересная. С характерной клипсой. Вот она. Вот она. Вот. Диаметр колпачка в самом большом месте это 14,9 мм. В самом узком месте у нее диаметр 10 мм. Здесь, как вы видите, написано Паркер. И вот здесь вот по всему это партия, какая выпущена была. А как написано на коробке, производитель Франция, но сейчас, насколько я читал, все французское производство тоже переведено в Китай. Не знаю, с этой ручкой как сделано, но сделана она очень качественно. Далее, значит, колпачок открывается достаточно легко. Вот. Характерных болтов не видно, как в китайских ручках. Теперь пойдем дальше по самому корпусу ручки. Это, естественно, пластик. Это металл. Причем металл здесь латунь. Вот это все сделано из латуни. И, соответственно, пластик. Перо у нее стальное, легированное. На пере написано «Паркер». Характерный фидер для ручки Паркер. И перо тип пера F. Пишет очень тоненько. Отделка самой ручки. Покрытие у нее лаковое, гравировка, хромированные детали. Длина ручки в сборе. Длина ручки 139 мм. Про диаметр я уже говорил. Здесь 14,9, здесь 10 мм диаметр. Вес ручки 31,2 грамма. Состав ручки не входит, чернильный конвертер не входит. И она пишет с помощью картриджей, стандартные картриджи Паркера. Можно заправлять, соответственно, либо шприцом, либо покупать другие картриджи. Хотел сказать про то, что про посылку, но это был подарок, это была не посылка, поэтому, собственно, вот и все про эту ручку. Мне очень нравится эта ручка, я ее уже, признаюсь, писал, пишет она очень хорошо, и сейчас я вам это все продемонстрирую. Итак, ручка Паркер. Так, пишем.
Вы видели и слышали, я надеюсь, как она пишет. Достаточно легко. Пишет она, можно и с нажимом, вот получается такая линия. Можно линию потоньше сделать. Обратной стороной пера тоже прекрасно пишет. Линия получается гораздо тоньше. И перо достаточно мягкое. Скажем так, средней мягкости. Очень отзывчивая. И чернила, честно говоря, вот как в некоторых китайских ручках, засыхает. У этой ручки никогда такого не было, по крайней мере, сколько я ей не писал. Итак, подводим итог. Ручка Паркин серии Урбан мне очень понравилось и своим дизайном, и пером, гравировкой. В общем, очень хорошо, качественно сделанная ручка. По цене я смотрел, поскольку это подарок, я, конечно, сразу проверил цену. Ну ладно, не будем об этом говорить, потому что реально цена ее порядка 5000. Здесь у нас в Москве, в китайских магазинах я тоже смотрел, цена приблизительно такая же. Соответственно, мне кажется, что они продают, вот если это такая цена, то они продают не подделки, а именно реальные ручки Паркер, которые потом идут в продажу. Соответственно, если вы увидите такую ручку, если у вас будут средства, конечно, покупайте. Прекрасная ручка, прекрасный дизайн. Да, и, соответственно, есть там у них разные расцветки. Насколько я понял, есть и темного цвета, и черного цвета, и золотистого цвета. Это вот такого, скажем так, алюминиевого, ну, реально латунного цвета ручка. Поэтому ручку рекомендую. Серия Urban, прекрасная серия ручек Паркер. Задавайте вопросы, пишите, если есть опыт какой-то написаниями ручки, ручками Паркер, с удовольствием обсудим эти моменты. И еще, если интересна, конечно, история ручек, я могу потихонечку делать такую серию об истории развития фирм, там Паркер, Пилот. Кстати, про Пилот я уже кое-что рассказывал. Поэтому пишите, если интересно, сделаем такой небольшой экскурс в историю. А на этом все. До свидания, до новых встреч. Всем здоровья и счастья. Пока.